Медведь этот еще. Он в клетке ли? Нет, не в клетке. Сам оторвался, а. Жалкое позорище. И медведя тут, конечно же, уже нет. Ну ладно. Вот что я вспомнил. Я собирался купить бронежилет. Такое вот нынче опасное время, без бронежилета чувствуешь себя крайне неуютно. И что теперь? Берем машину и до следующего аванпоста. На чем тут ехать-то можно? Ой, не говорите, на грузовике. Где-то здесь, что ли? Долбаная зверюга, а? Опять чуть не сожрал. Давай уже мне свою шкуру. Что я там могу изготовить? Колчан. О! Ишь ты. Шкура акулы-людоеда. Меня ж Кондратий хватит на нее охотиться. Ну ладно. Грузовик так грузовик. О, зато такая тут фигурка прикольная. Так, и значит... Жадный ублюдок. Это прям про меня. Ну чё, уи-уи? Тебя-то я не давил. Где там эта собака? Которая в клочья была раздавлена. Неизвестно. Ладно. Но на грузовике ездить все-таки неудобно. Это свои.
Да. Что, в объезд? Как тут дорога-то идет? Вау. Нельзя убивать говнюка. Так, ну чё? Еще желающие потягаться с говнюком есть? Надоели эти пляски. Вот уж точно. Заткнись. Да ладно вам. Безобразие. Честное слово, это возмутительно. Я не смогу забраться на какой-то холмик. Что там было, кстати, насчет собак-то? О. Бессмертный медведь. О. Две шкуры динго. Собаки, нужно две. А, это я все динго тут месил. Ну, тогда надо снять те, которые тут валялись. Это я пришел к тому домику, в котором меня пытались сжечь. Гадость. Да, он самый. Самый он. Стоило убить собаку, сразу нарисовались свиньи. Так, ну есть ли тут возможность-то залезть повыше? Блин, да я бы посетил что угодно, если бы мне дали до туда добраться. Эти треклятые формалисты, которые считают, что я не имею права залезть на холмик. А я вот хочу на холмик. И кто с этим что собирается сделать, я не знаю. О, я почти на месте. Сейчас мы устроим еще резню. Вау. Какой пологий, то есть совсем не пологий склон. Так, что у нас здесь? Ох ты, один за орудием.
Жалко. Дружка-то нашего грохнули, который тут подъехал на автомобильчике. Странно. Наверное, все-таки придется обзаводиться снайперской винтовкой. Ну, блин. Они тут все с винтовками, а я такой один. Себя браконьер. Черт. Их там и без подкрепления много было. Будем через минуту. Будет больно. Да ну. Пойдем с востока. Блин, неужели потерял? Вот сука.
не слабый такой был замес. Нет, надо все-таки было. Все, решено. Заведу себе снайперскую винтовку. Вместо чего только, наверное, вместо пистолета. Не в этом смысле. Хотя какая разница. Так, здесь тела еще есть какие-то. Да, глядишка. Есть. Да, вы, ребят, безусловно, крутые. Вот бы остров снова стал домом. Конечно, ты. Я вообще тут ни при чем, ребят, не смотрите в мою сторону. Это все такие вот суровые. Как их там зовут-то, этих островитян? Короче, это все они. А я так. Рядом постоял. Мы очистим тут все от пиратов. Цитра обещала. Вы-то? Да. Вы такие старательные. Столько всего напродавал. А патронов-то вроде, в смысле, как... Денег не так уж и много. Что у нас тут? О, для нее тоже глушитель есть. Ну, так и есть. Так и есть. Разве что на глазок палить. Пропал прицел, однако. Еще остались дела. Выполни задание с доски объявлений. Это нам поможет. Ладно, это уже будет в следующий раз. Пока прервемся. Нечего бояться. До будущего сеанса, так скажем. Всего вам наилучшего. Не забывайте подписываться на канал и ставить лайки. А то что-то вот в последнее время стало маловато просмотров, даже не то что отзывов. Ну, всего доброго. Хорошо.